Всем привет! Всем привет! Говорю шепотом, мои мужики спят. Время 11. 11 часов 17 минут. Так, этот самый. Буду сейчас вою со встреч. Холодильник размораживаем. Чищу все сзади, мою холодильник весь. Он уже 3 дня у нас стоит. Как на разморозке, типа того, да? И не могу съездить в магазин купить. Вам сделаю видео с платьем. Как шить самое легкое платье пляжное, и никак не могу сходить купить в магазин одну вещичку, кантик такой, Вику по косой. И здесь сегодня четверг, сегодня красим снова яйца. Да-да, язычница сегодня красит яйца. Почему я так делаю? Знаете, я не знала, что яйца красят в Греции 3 раза. Это первый четверг, второй четверг и третий четверг после Пасхи. Я узнала это от своей соседки. Знаете, у нее был магазин здесь, да, ведь? Тряпки мои старые, грязные. Мы холодильник мыли, здесь все мыли. Выкинуть надо, но они лежат здесь. От соседки пошла к ней, когда раз года 3 или 4 назад, у нее уже 2 года он закрытый был, да, магазин. И вот тогда пошла. И они сидели, болтали с подружкой. Будешь красить яйца? Я говорю, что, Пасха прошла, будете красить яйца? Они говорят, да, в Пасху красят, если красишь в четверг, и хочешь красить на другой неделе, в четверг надо красить, и еще на неделю. Надо обязательно 3 раз, если начал 1 раз, если покрасил 2 раз, надо обязательно 3 раз покрасить. Нельзя там этого самого красить 2 раза, а 3 раз не покрасил. Сколько градусов у нас сегодня? Солнце, правда, ветерочек сегодня у нас такой, знаете, 22 градуса. У нас сегодня тепло. Теплынь настала. В понедельник после Пасхи у нас был дождёр сильный. И вот такие вот дела. Водичку пью. Здесь мне соседка угостила компотом. Вась с Динусом съели груши. А сок оставили. Сок оставили? Зачем? Не знаю. Ну да, вылетели. Думать баночку отдать. И она эти баночки собирает. И мне написали, какие некрасивые яйца. Так, для этой девочки, я не знаю, смотрит она меня или нет, но я вижу, проблескивают ее комментарии в моих видео. Вид 21 век, только украшений продается. Девочки, мальчики, я крашу яйца так, как мне надо. Вот покрасила их, они съедобные, они вкусные. Вот это вот яйца от этих самых, от индюшек. Вот они, видите, они отличаются от таких, от куриных. У них заостренный носик, вот видите. Здесь было чуть-чуть расколотое, видите. И вытекло расколотое что-то яичко. Но все равно скушаем сегодня. Они сейчас застывают, я уже их покрасила. Вот. Они получаются, смотря какой лук берете. Если красный лук берете, они будут темнее. Если желтый лук брали, у меня вот желтый лук, эти чешуя, вот они такие получились несимпатичные. Во-первых, почему я не покупаю всякую, извините меня, дребедень для того, чтобы красить яйца. Вот она была куплена года 3 или 4 назад, вот эта вот штука. Знаете, 2 евро. 15 яиц у нас покупаешь за 5 евро. Домашних, хороших, деревенских яиц. Здесь у нас, в Греции. Я не говорю про Россию, про все остальное. Чтобы купить вот эту краску говенную, синтетику вот эту вот, да, и красить яйца всякой, извините меня, какашкой. Или там всякие наклейки вам покупать и украшать эти яйца. Ну, давайте предположим, 2 евро стоит эта упаковка для краски. Да? Это вот все, что вы купите. Я на 5 евро покупаю 15 яиц. Значит, на 2 евро я куплю примерно 6 яиц. 6 яиц, это я 3 дня буду кушать по 2 яйца утренний завтрак. Или я на 2 евро куплю 1 литр молока и полкилограмма хлеба. И опять буду кушать 2 дня. Если я буду тратить деньги на всякую, извините меня, дребедень, то что же мы будем кушать? Я человек жадный, экономичный, и не люблю деньги тратить туда, куда не надо. Ну, конечно, могу что-то там сделать, то, что истрачу сумму, но все равно на продуктах, вот на этой фигне, я на... Эта фигня вся для меня неинтересна. Во-первых, вы покупаете наклейки, там церкви, там кресты, а потом вы эти наклейки приделываете на яйца. Потом, когда вы делаете «Христос воскресе», чистите эти яйца, вы эти наклейки выкидываете. Для моего мужа неприемлемо прилепить эти наклейки на яйцо и потом выкинуть эту наклейку, где нарисован крест и церковь.
Ну, вы меня поняли, вот эти наклеечки все ваши красивые. Неприемлемо выкинуть, вот где нарисован крест. Все, что связано с церковью, для него это неприемлемо, чтобы ты это взял и выкинул. Он даже вещи, которые приносим, узел. Вот, мы пошли в церковь на Пасху, и нам дали мешочек с чурек, здесь называется такой, булочка такая, и крашеное яйцо там было, красное. Вот красное, видите? Вот это вот красная кожура яиц была. Видите, какие я? Вот видите, разница какая? Это у меня с того четверга осталось. Вон, видите? Вот это вот с того четверга осталось. Видите, красное. Так что, девочки мои, все, что вот эти наклеечки, связанные с церковью, вы пишете «Христос воскрес», а потом вы выкидываете в мусорку. Для нас это неприемлемо. Мы такое не делаем. Я лучше не буду приделывать эти всякие наклеечки красивые, на которых написано «Христос воскресе», «Церковь» и «Кресты церковные» и все остальное, «Распятие» и все-все-все остальное. Неприемлемо для нас, чтобы выкинуть в мусорку. А там цветочки и все остальное, дайте ребенку, он вам нарисует. А Динусу это нравится, он вкушает. Во-первых, яйца получаются вкусные, а все остальное никак не связано с тем, что выкинуть в мусорку. Вот такие вот ответ, вот такой ответ для девочки. Какой бы там век ни было, этим делом пользовались наши деды, прадеды, бабушки, как имеется в виду бабушки, прабабушки, все остальные, моя мама. И этим же способом пользуюсь я. И думаю, что мои дети и мои внуки тоже будут пользоваться этим способом. Они будут выкидывать в мусорку деньги. Все, вот этот вопрос был освещен. Самый такой вопрос, наболевшийся под комментариями. Вот оно лежит. Вот. И когда намажешь этой хренью яйца, даже есть неохота их. Надо выкинуть, а я не выкинула. Вот. Вот такие вот дела. Так что сегодня мы идем в церковь. Сегодня у нас, завтра у нас будет праздник Святой Жодухи Пеги. Мы идем вот на эту гору. Там церковь у нас. Там будет панигири. Панигири – это парамуни праздника и праздничный вечер, да, праздничная литургия вечерняя. Вот, там будет очень-очень много народу, мы будем подниматься. У меня есть видео, я столько раз делала видео, но, может, прям что-нибудь засниму с новой камерой, может быть, засниму вам пейзажи вокруг и поставлю в каких-нибудь видео. Но в этом видео не войдет, потому что... А может и войдет, не знаю. Все, вот так. Моя соседка вымыла асфальт. Сейчас Вайс проснется, пойдет отрезать мужмалу. Мужмалу уже поспевает. Вот эти вот верхушки. И там, и в соседке, и здесь, потому что в соседке тоже некому стричь их. Вот, мои цветы цветут. Смотрите, какие красивые. О, Кика вышла. Кика. Кика фуназит. Кика. Ай, Кика, 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 Кика. Мои цветы цветут. Смотрите, какие красивые. Скоро расцветут гвоздики. И там все тоже. Ну, Кика. Кика. Ах, ворчуха, ворчуха. На. Выговориться надо ей, выговориться. Сейчас подождите, поговорит чуть-чуть. Объяснит, что она вышла. Успокоится потом. Гав-гав, гав-гав. Да, 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 ты пришла, ты пришла. Зайцы мои балуются, тоже сейчас уберет у них там. У меня чуть-чуть насвинячили, он привез им целый мешок этих самых сена. И вот, потом будут они убираться. Они сидят у меня там вдвоем. Влюбленные. Вот такие вот. Надо там мыть все. Сейчас он будет вас убирать потом. Ладно. Ну все, давайте. Свечки остались с церкви. Мужички. В магазин ездили, да? Мужички мои. Ты пират, спина твоя. Ты пират. Ох, и кока-кола. Кока-колу не покупайте, вредный продукт. Да, Дин? Чего? Кока-колу нельзя покупать, вредный продукт. Мы его уберем сюда. Что вы здесь еще купили? Соду? Вот такой вот. Газированная вода, простая. И яйца здесь.
Так, что же мы здесь купили-то? Замотали, ручки замотали. На мотоциклетке ездили. Что же мы здесь купили-то? Один купил вредные продукты опять под атаки. Так что с орегано. Так, это надо убрать. Да, мольку. Что же здесь еще купили? А, просто себе купил два огурца. Просто две огурья, перец. Два огурца купил себе, да? Что здесь? А что такое? Вот это что такое, Дин? Кукурузные палочки такие, да? А, это этот самый. Не кукурузный, а это рисовый. Аптеризия на авто вкусный. Ох, пиро такие. Ну-ка, никак. Я смотрите, как лука никого не купили. Это тоже. Да, я показала уже вот это вот тоже. А, и на разная она. Видите, они и разную купили ее. Мы ее сейчас зажарим. Мы ее сейчас зажарим в духовке. Что это такое здесь? Это что такое? Я что-то не знаю, что такое. Что такое? Как-то пахнет интересно. Запах такой. Шкорда. А, чеснок. Я думаю, что пахнет? Чесноком пахнет, да. Шкорда тремен. Чеснок тертый, сухой. Что здесь еще? Орешки. Шуленые. Вчера Вася мне привез веточку с работы. Уже, видите, какие эти самые сливки поспевают. Во. Вчера в подарок привез. Сюда воткнула. Так, что здесь еще? Хлеб. Ой, давай, убирайся. Так, здесь еще купили они. Йогурты. Йогурты. О, баба, мы спираем это вот. Эх, мы. Надо бирать. Средства для посуды. А, один и один в подарок. Малыш, да. Один и один в подарок. Планет. Так, что здесь еще? А, здесь еще молоко. И здесь еще у меня кончилось это самого. Куркума. Они купили мне куркуму. Все. Вон она там стоит, пустая баночка. Вон там. Помидоры мои, смотрите, надо их выкинуть. Они сегодня все заплесневели за один день. Смотрите, что сделались. И молоко. Ты футару, да, Кси? Оля? А, еще воду. Большую бутылку. Вот такую вот. Киалки вода? Да, Кси? Все, да. Ну, все, наверное. Навали молоко никак и на псите, и на фигу мы с Россия. А, что на гирису. Так, и о ком он рисунный? Пенде. Эксиора. Эксиора, да, Кси? Ладно, пока мы оденемся, значит, не будем сейчас, потом пожарим. Сейчас это отнесу в холодильник, все это дело. У нас этот холодильник еще не вымылся. Давай, привет. Ой. А, я его постригла, я же не показала вам, как я его постригла. Смотрите, лысый, лысый пряник мой. Мой лысый пряник, мой лысый пряник, мой лысый пряник, мой лысый пряник, мой лысый пряник. Холодильник поставил на место, надо его мыть, чистить весь вот так вот. Эту штучку надо вытащить отсюда, все вычищать, мыть. Пускай этого самого, здесь уже посуду надо промыть. И шкурда тремяна по тупироте, это тупироте. Отсюда подкладываю, ну я ее. Ладно. Давайте увидимся. Дин, огурцы себе купил? Ты еще как маленький, как придурочный, кривляешься. Скажи всем привет. Привет. Хруня? Кафе хрону гинет авто. Против мотора. Короче, дорога узкая. Подъем начинается здесь. Здесь стадион. Вот. Милиционер. А, вон, влепишь лепрю, да. Тиф. Сверизит на прокурата. Влепишь. Видишь как? Яшу. Так вот. И вот здесь еще мотоцикл. Он будет сопровождать автобус. Там мотоциклетский авто, этот милиционер на мотоцикле. Будет сопровождать автобус наверх, когда поднимается. Потому что автобус очень много поднимает дороги. И мы поднимаемся. Люди поднимаются пешком, а мы лентяи на машине. Оля пьешь и ты беледес, а на вент мету автокинта. Кимис, мисестера. Да, и метумана, естественно. И с мамой он поднимался здесь, когда мама молодая была, и он
ножками тоже поднимался раньше. И мы поднимаемся, поднимаемся. Я уже делала столько видео вам здесь, столько здесь, такая красота. Эти все деревья садились сами люди. Пошу хроня, их всегда хроня, прин, фитепшатый до дедра. Αυτά εδώ είναι μικρά. Πριν 50 χρόνια θυμάμαι που τα φυτεύαν οι πρόσκοποι. Πρόσκοποι λέγονται. Πρόσκοποι. Παιδιά πηγαίνουν. Α, πρόσκοποι. Εγώ μπέρδεψα με το πρόσφυγε. Πρόσκοποι. Πρόσκοποι. Дети, дети. Короче, садили. Садили, садили дети. Вот это все деревья. И мне говорят, 50, я говорю, еще маленький был. Помню, говорит, садили, говорит, здесь. И люди поднимаются. А мы лентяи, едем, едем, едем. Далекие, видите, видели мотоцикл, да, вон там, видите, как, да, и такое солнце. Давайте я открою форточку. Оп. Кипарис из разных видов. Ну, и скинешь, пропадай, браво. Собака большая шла тоже пешком. Поднимаемся, поднимаемся, поднимаемся. И мы поднимаемся, поднимаемся. Каждый год вы смотрите эту красоту. Оп-оп-оп-оп. Дядечка поднимается пешком. Вы знаете, что здесь есть, кто не смотрел еще мои видео, кто только подписался, еще не смотрел все мои видео, там тысячи с лишним видео. Здесь есть раскопки, которым 3000 лет. Оп, а тора паркинг. Паркинг, сигура? Нет, паркарон тора оли. Смотрите, как красиво. Трахунуш, да? Все, давайте, паркуемся, увидимся. Теперь мы ножками будем подниматься в церковь. А вон там, вон, далеко. Ну, как далеко? Приемлемо. Опа. Многие уже уезжают, многие приезжают. Парковаться негде. Прохора. Прохора, пьешь би, пьешь. Кто, говорит, едет, кто, говорит, уезжает. Пьешь би, пьешь генет. На, иду. Оливки посадили здесь. Оп. Ой, паркарета, иду, купу пасуси. А я иду, болтаю, а он меня слышит, как будто. Иду. Ваю, иди, иди, оладьи, паркинг. Які пішу Ола Ад'є паркінг, на, іду. Здесь ціла куча парковки, а он все ищет, ищет себе самое лучшее местечко. Вот, смотрите, какое небушка, смотрите, какие горы. Смотрите, какая красота. Несется мой дитё. Моё дитё. Водочку взял, водичку свою? Нет. Ой, нет. Иди возьми. Не нужно. Не нужно? Пойдем тогда сейчас. У меня тут камера. Я взяла сама деловая. Да, Дин? Смотрите, какие цветы здесь. И пчелы, пчелы их обрабатывают. Смотри, Гадинка. Пчелки, да, или что здесь? Какие-то жучки летают. Пойдемте, как здесь? Ой, вкусно пахнет, как. Ой, особенно по траве прошли, прям аж запах такой. Травки. Не, а кома, ну рисины. Их пули, на. На, я даю паркинг Локлеру. Кита пошел лолудья, баба. На, там дорога кверху поднимается. Видите, все идут. Паме, паме, паме. О,
Теперь мы будем подниматься так же, как и все. Не лентяи. Снова местная красота. Здесь был древний город. А здесь как скала. Опа. Пойдемте дальше. Все, почти пришли уже. Удобный кактус. Какой он здоровый здесь. Дикай кепти пагу автоти хруня. Ките пошми галуше. Не. Все, почти мы пришли, пришли. Όλοι μαζί να βάλουμε γιατί σβήνονται. Έλα Κωνσταντίνο, σβήσαμε. Έλα εδώ, έλα εδώ. Όλοι μαζί. Έλα μπαμπά, όλοι μαζί. Святые водички пойдут наберут. Прочитанные. Там наливают, стоят, пропускает просто с бабушкой. Здесь базарчик такой рядышком. Всякие-всякие фигнюшечки продают. Всякое-всякое-всякое продают. Сладости. Сладости продают. Ох, лестница крутая. Поднялись на горку. Вот, Надя, смотрите. Там внизу я сделала фотографии. Белый город. Белый город. Смотрите, как. Здесь классно делать. Снимать несколько часов. После таймплэш, как она называется, не знаю. Видео рассвета с этой стороны, а с этой стороны горы заката. Вот. Здесь можно рядом утром приходить, когда солнце встает, снимать рассвет и закат. И сделать быструю съемку, видео смонтировать, и будет вообще супер классно. Здесь такое расположение горы, вот это вот, справа, слева выходит солнце, а справа заходит солнце. Это такая гора у нас классная здесь. Конечно, не сейчас, потому что народу здесь много. Мы сегодня будем делать такое видео. Потому что. Такая красота. Город блестит стеклами своими. Нагревательными этими самыми. От солнца, которые нагреваются. Дают свет и воду нагревают. Как они называются? Господи, я забыла. Все бы помнить, все бы упомнить. Дорога центральная. Вот так вот. Всю красоту я вам засняла. Смотрите, как красиво. Здесь глаз не оторвешь. Здесь можно сидеть, смотреть, как это все меняется. Но сегодня ветер. Если ветра не было, даже камера дрожит от рука. Руку аж прям сдувает. Смотрите, как он, видите, ветки колышутся сильно, очень сильно, сильно, обалденно, но зато классно. Как садится солнце?
вам в камеру. Смотрите, какая красота. Совсем чуть-чуть осталось. Мы пигенсы до, мы пигенсы на камера них так. На эху, на. Все, солнышко спряталось за горы. Знаете, сижу уже полчаса, но, наверное, где-то снимаю на камеру. И вот эти все облака на горизонте, они даже не шевелятся. Хотя ветроган стоит страшнейший. Холодно, я уже даже здесь замерзла, солнце почти село. Все, я заканчиваю свой влог. Всем счастья, всем успехов. Всем всего самого хорошего. Спасибо вам всем за лайки, за комментарии, за хорошие пожелания, за поздравления с Пасхой, за поздравления со всеми праздниками, что вы мне пишете. Все хорошие пожелания, которые вы мне пишете. Я вам всем тоже желаю всего, всего самого светлого, чтобы вот такие красивые закаты были в вашей жизни, а еще красивее были рассветы. И чтобы черные полосы не наступали в вашей жизни, а были только всегда вот такие яркие, красивые, светлые, как вот наш город. Видите, белая полоса, желтая полоса, солнечная, солнечная, только такие вот. А других вам не желаю. Все, всем пока и увидимся на моем канале.